Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть в Готику 2 Ночь Ворона. Итак, мы пробрались в замок. Теперь давайте посмотрим, кто у нас здесь есть рыцарь, так охраняет. О, Тандор. Ты пришел через проход. Это хорошо. Мы уже потеряли там много хороших людей. Я хорошо знаю, каково там. У тебя есть оружие? У меня так, давайте сначала украсть это. Первое дело так воровство. Что стало с этим отрядом? Мы проводили разведку местности, но поздно ночью пришли орки. Они осветили склон факелами и обнаружили нас. Мы попытались скрыться, но я единственный, кому удалось пробиться к своим. Вскоре после этого орки возвели огромный чистокол. Понятно, так. Покажи мне свои товары. Вот, по идее, топоры и все. Мне пока все это не надо. Так, ладно. Что у нас? Эй! Керолот. Так, сначала украсть. Ты тренируешь людей? Да. Когда эти орки или что еще хуже драконы нападут опять, нам понадобится каждый меч. Так, ты можешь обучить и меня. Ты можешь обучить и меня? Конечно. Я тренирую все. Но кроме таланта, обратись к рыцарю Тандор. Так, ну... Что насчет дальнего боя? Что насчет него? Ты можешь обучить? Нет, но ты можешь. Удар у него... Удара, конечно же, арбалет потерян. Вот он. Это же, блин... Классика. Уже второй арбалет, нахрен. Чего вы все теряете-то? Я слышал, что ты луч. Ну, если так говорят. Научи меня стрелять. Убирайся. Вокруг замка бегает достаточно. Самый великий арбалетчик я. Что ж, если ты хочешь поучиться... Так... Как дела? Некоторые из наших парней это не определяют. Я. Ты уже знаешь о... Так, ну ладно. Что у нас есть? Вау. Эй! Парлов. Так. Привет. Ну а как по-твоему? Я провел целый день за точильным кругом, а вчера Ингур опять урезал наш паёк. Или нас всех перебьют орки. Так, короче, животвы надо. Кто такой Ингур? Ингур заведует провизией, выдает... Конечно, с ним можно договориться. А ты не можешь? За те гроши, что нам платят, я могу купить только пару реп. Ну, я тебе могу немножко подкинуть на беду. Где мне найти этого Ингура? В доме рыцарей. Так, а что еще новенького? Этот чертов... Так, ладно. Эй, ты! Что тебе нужно? Украсть твой кошелек. Ты можешь сделать оружие для... У меня нет времени на это. Так. Я немного... Хорошо. Могу воспользоваться кузней? У меня много работы. Мы будем только... Тогда Парлав и я пойдем с... Короче, ночью, только ночью, так ты можешь меня чему-нибудь научить. Ты можешь, ну, ты уже знаешь, и ты сможешь ковать более совершенно. Ну, так, как работа? Как работа? Я кую оружие для рыцарей замка. Это оружие нам очень пригодится. Эй, Парлав! Так, ладно. Ты-то кто такой, оруженосец? Давайте посмотрим, что у нас имеется здесь. Круги. Мне надо это, круги магии выучить. Ну-ка. Это же карта. Вот карта, да. Так, интересно, знаете, у меня карта есть? Ну давай, выходи. Нет, подожди. Я что, только карту посмотрел, я ее не взял. Так, запечатанное письмо. Так, письмо Ватерса Сатурусу.
Двойные блоки. Так, рецепт зелья чистого здоровья. Чистая мана. Так, закладная. Ладно. Книжицы, книжицы. Так, здесь я могу поспать. Вау, маг огня. Посмотрите, кто вернулся. Да, это я. Рад видеть тебя, милый. Опять. После того, как барьер рухнул, но когда стало ясно, что паладины хотят отправиться сюда, поэтому был... Короче, вызвался. Доверить мне, ты помнишь, Горна, Диего и Лест? Этими... Ты многое забыл, да? Хотя у меня и нет приятных новостей. Так. Давай сначала я у тебя украду кошелек. Очень трудно. Как здесь обстоят дела? Паладины пришли сюда, чтобы добывать магическую руду. Ну, естественно, надо же воевать. Я чувствую присутствие чего-то темного. Мы заплатили высокую цену за уничтожение спящего. Вообще-то это я. Барьера погубила и это место. Мы можем считать себя счастливчиками. Почти так. Сколько руды? Сколько руды? Ни одного ящика. Я не удивлюсь. Если они все давно мертвы, эта экспедиция обернула... Полный провал. А какие у тебя за себя... Изначально я магическую проверять, руду, ага, так, сосредоточился на изучении алхимии. Какие у тебя... Так, пойдем освободим город. Ну, проблема заключается в... Но если нам повезет, Гарон согласится. Да. Держи меня в курсе. Блин, я думал, ты меня обучать будешь. Так, ну кровать можно поспать. Давайте посмотрим, смогу ли я отсюда перебить орков. Блин, это здесь окно должно было быть. Так. Ну, во-первых, руны возьмем. Это телепорт, как я понимаю, сюда. Так. И заберем. Блин, эти монетки. Я думал, ты меня хоть подлечишь, кстати. Маг же все-таки. Ну что, только Ватрас может меня подлечить. Слышал об этом. Он слушал не тех людей. Так. Ну-ка, давай поговорим со мной. Ты тот парень, которому удалось пройти через... Да. А только не думай, что можешь получить от... Но если в твоих карманах позванивает золото... Давай сначала из твоих карманов заберем золото. Ну, я забрал, я так не могу. Это не кошелек же был. Ты распределяешь пайки? Это так. Если тебе что-то нужно... Плати. Может, я смогу помочь тебе? Конечно, почему нет? Так что нужно сделать? Наши запасы продовольствия, так что если сможешь раздобыть... Да, конечно, не волнуйся, я принесу тебе мясо. Не волнуйся. Две... Вот. Отлично. Но даже не надейся, что я... Покажи мне свои товары. Так. И давай-ка я у тебя... Огненная стрела, так мало, огненная буря. Так, подожди. Все. А, стрелы. Конец. Так, мне еще надо кому-то сказать, что у него кто-то там помер. Блин, блинский. Если все будет по-другому, я больше не хочу слышать об этом. Оруженосец. Это именно так, как я сказал. Геральт. Не говори, что ты не знал этого. Ну подожди, не знал этого. Никто никогда не спрашивает меня.
Что ты охраняешь? Заключенный. А кто там? Несколько каторжников и наемник Горн. 4 человека еле затолкали. Ты... Нет, здесь вам не таверна. Понятно. На твоем месте я бы этого не делал. Исключений для меня тоже не будет. Я не знаю, где его так отделали. Сидит спокойненько. Сейчас, подождите, тут повар нет? Есть. Блин. Эй, ты! Брутус вообще-то вроде как повар должен быть. Чем ты занимаешься здесь? Чем занимаюсь? Также я присматриваю за... Но моя настоящая работа заставляет... Звучит ужасно. Но короче, этим блохастым болваном... А пытает людей. Ты не мог? Конечно, я могу помочь. Сколько ты хочешь? Ты ведь бег... Мой помощник, Дэн, слинял во время последнего... Но он улизнул не с пустыми руками. Что еще за... Но у нас был сундучок, где мы держали вещи. Это была приличная сумма. В сундуке было... Если ты вернешь мне это золото... У меня есть... Превосходно. Так... Есть? Все спокойно. За 200 золотых. Блин, дымоход. Ладно. Пол за делом. Хотя в это патчах-то он работает. А вот здесь наоборот развалины были. Я что-то слышал об этом. Ладно. Не говори, что ты не знал этого. Стой! Вопрос не в том, кто ты все еще хочешь остановить. Ну откуда же я мог знать? Конечно же ты можешь пройти. Конечно же я могу пройти. Ты можешь насладиться. Я могу насладиться. Возьми пельмешку. Ну почему-то именно это на ум приходит. Ну-ка. Как обстоят? Мы окружены орк, но значительно больше меня тревожат нападения драконов. Еще. Так. Сколько всего драконов? Сколько? Мы не знаем, сколько их, но и это еще не все. Не стоит обманывать себя. Ну, иди-ка ты нахрен. Так. Орик. Каковы твои? Я офицер, стратег короля. Мы последние паладины, оставшиеся здесь. Это наш долг. Ну, мы понятно так, это у меня так известие для тебя. У меня есть. Что за известие? Твой брат мертв. Мой брат Инос подвергает меня. Это новость, стрела пронзившая. Как обстановка? Как твое появление, ты нужен нам. Я всем нужен. И вот он решающий пахан. Откуда Давай. Ты взялся? Я пришел через проход. Через проход? Ты действительно... Я задаю себе вопрос. Зачем наемнику проделывать такой путь? Я пришел от лорда Хагена. Так ты пришел, чтобы получить эти доказательства? Да. Так ему нужны доказательства? Он может получить их. Но я не могу отправить... Послушай, лорд Хаген должен узнать все о ситуации здесь. Хорошо. И что ты хочешь, что... У нас здесь в долине 3 отряда старателей. Но я еще не получил от них ни одного куска руд. Посети все 3 шахты и доложи. После этого я дам тебе письмо, которое ты отнесешь лорду Хаген. Ну, хорошо. Так, почему именно я? Но... Потому что ты знаешь, как пробираться через ряды орков. Ведь тебе один раз уже удалось преодолеть все препятствия. Охренеть. Сколько ты заплатишь мне за эту работу? Сколько? Я не торгуюсь с вами на... Ох, ладно, похоже, у меня нет выбора. Сойдет. Где мне найти эти шахты? Вот, возьми эту карту. Если у тебя есть еще вопросы, обратись. Так, обратись, я хочу, чтобы ты освободил Горна. Я хочу, чтобы ты освободил... Я не могу отпустить его. Он совершил слишком много... Могу я заплатить штраф? Это возможно. Но обойдется тебе... Это огромное... Вина Горна тоже не... 1000 золотых. Да на! Я... Хорошо. Ты можешь пойти к Геральду. Как... Ты должен найти... Так. Эй, ты! Руки про... Я верю, что это что-то... Есть, если ты хоть... Так, новости нет. А кто повар это назначил? Командующий Гарон. И за что тебя... Ну, нет. Понятно. Короче, каторжник. Еще в жертву доверили. Теплое местечко, так сказать. Что тебе здесь надо, а?
Ни хрена себе. Вот тебе и раз. Я прям услышал, как эти мечи достаются из ножен. Ключ от первой двери. Тревога! Чё это тревога-то? Блин. Ладно, тогда берем просто ключ. Я не понял, он заранее уже бежал меня бить. Впредь не распускай руки. Понял. Так, ну я же не умер. Вставай. Ну уже. Ну-ка подождите. У меня в денег было в два раза больше, если я не ошибаюсь. Нет, денег столько же. Так. Это было так, как ты сказал. Убегаем и ложимся спать. Это меня не удивляет. Спать. Спать до утра. Кстати, я даже не знаю, что это, уголек у тебя или что? Уголь. Мензурки. Такова воля Инноса. Так. Если он этого не будет. Сейчас ты у меня получишь. Он все узнал. Блин, нет. Ладно, давайте под топоры тогда ляжем сразу. И пойдем спать. Ключ от первой двери. Тревога! Ну давай. Впредь не распускай руки. По крайней мере, они меня не грабят. Еще встал здесь. Че ты встал-то? Куда вы пошли? Ай-яй-яй-яй. Так, я не понял, у меня что, оружие-то куда-то делось? Силы не хватает. Так, одноручное оружие. Так, минутку, сохранить. И мне, получается, нельзя дверь трогать. Что тебе там было нужно, а? Сразу же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чтобы больше я тебя не видел там. Понятно? Так. Ладно, от первой какой-то двери ключ я взял, какой-то первой двери. От какой, правда, я не знаю. Посмотрим, что за первые двери. Первые, вторые двери.
Тут что-то нахреначили меня. Так. Хочу одну вещь проверить. Пойдем вниз. Опа, завалено. Значит, подземелья не будет. Так, а можно же оркам двери открыть, кстати. Я что-то слышал об этом. Ладно. Первый раз слышу об этом. Пойдемте, ляжем спать. Первый раз. И с утра начнем махач. Это давно известно. Блин, блински. Ой, как нехорошо получилось-то. Да, ну, по крайней мере, вы все узнали. Вот ключ какой-то взял. Может, он кому-то пригодится, может, он и мне пригодится потом. В дальнейшем, ну, пока что будем жить с ним. Руны. Что у меня с рунами? В долину Рудников. В замок телепорт. Святой свет, я уж не помню, где я его взял. У этого. Паладина, что ли? Стой. Так. И вот так. Так, что у меня с бумагами? Надо по бумагам посмотреть. Так, рецепт зелья чистое, так, чистого здоровья, чистая маны, сообщение. Письмо Люси. Пропуск. Письмо Сатуроса Ватросу. И приказы, так, Декстера, предварителя бандитов. Так, долговая книга, запечатанное письмо. Если он этого не видит, я ничем не могу. Нет, с бумагами у меня пока все нормально. Опа. Он узнал это не от меня. Никто никогда не спрашивает. Блин. Никого не вижу. Ладно. Сейчас мы соберем. Всех их вместе соберем. И убьем. Блин, еще Пал Калич. На. Где ты? Орк воин. Так. Там ничего нет. Блин, а где его на хижина, кстати, я не помню. Так. Пока все идет по плану. Что-то тут орды должны были быть. Я что-то их не наблюдаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай сюда. Так, сохраним. Где тут мне еще дом надо посетить? Так. Первый пошел. Второй пошел. Так, элитный вор. Ой, элитный вор. Элитный воин. Так, пьем зелье.
И раз. И два. Ну вот до 30 сейчас выпью. Я говорю, с шаманами лучше дело не иметь. Вот так вот. Смотрите, получилось. Получилось. Так. Шаманы. Ух ты, их двое даже. Из этого не выйдет ничего хорошего. Давай. Блин. Чуть не проморгал. На. Кто еще тут есть? Так, никого. Заходим, берем шкуру. Ну, тролля, кстати. Не абы кто. На. Подожди. Вот так. Давай еще, блин. Ты можешь не двигаться. Вот так. Ну, животные. Блин, стрелы-то мимо, я прям вижу. Вот, хреначат, и вы тоже должны были видеть. На. Там ничего. Так. Хижину. На. Подбил. Так, еще одна хижина орков. Да беги ты! Ой, у этого уже молния. На. Тихо, беги. Забегаем. Ага. Испугался. Блин, блин, пьем. Там шаман такой мощный какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Опаньки. Да опаньки, да потушеньки. Так. Тела уже нет. Испарилось, одни мечи только лежат. Так. Есть. Дом. Где дом-то твой был? У меня же миссия есть на дом, да? Так. Люсия, так, пропавшие люди, портал, когти, пропавшая статуэтка, доказательства, без старой хижины. Кавалорн.
Ага. Ну я, наверное, там был. Ну, кстати, мне туда еще и надо будет потом сходить. Я вроде догадываюсь. Опа. Ни хрена ж, двойное кольцо там, это двойное эту хрень. Совсем хотите, чтобы меня там порвало? Ну смотрите, пока освобождаю. Кстати, в патчах там орков вот здесь вот реально много. И нереально их победить, поэтому я думал, вот эти штурмовые там всякие. Они мне помогут. А тут, оказывается, их не так уж и много. Есть. Подстрелили шаманов. Так. Кто еще? На. Кто-то еще нагнулся-то. Раз. Два. Три. Не добежал. Не добежал. Что ж ты будешь делать? Блин, хоть с тебя-то полезности. Так, зелье. Кстати, смотрите, оно предусмотрено было, что здесь тут можно было победить их. Патча хрен там бы получилось без... без взлома. Так. И опять пьем. Вот интересно, тебе как десятками можно это пить? Вот. Хоп, сразу 10 выпил. И не парился бы. Ладно. Так, максимальная мани. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6. Блин. Где это напитки? Так, это двуручная. Даже не знаю. Ну, ладно. Так. Посмотрим. Ну что он. Угоден будет. Раз. Два. Так. Тихо. На. Вот мне только от сваргов, блин, шкуру сдирать. Так. И здесь. Так, собрали. Здесь вот Диего сидел, да? В первой части, сейчас его нету. Так, тут у нас... Ладно. Посмотрим, куда у нас еще-то можно. Стоять. Полевые хищники, это
Вообще отдельный разговор. Вы как? Блин, даже не серьезно это. Вот, серьезно. Серьезно, это не серьезно. Вот так вот. Там ничего нет. Вон, пойду с Варга, лучше шкуру сниму. Кстати, можно ворота открыть, и, по-моему, тогда орки захватят, ну, по видео там. Каторжник какой-то высветился. Нет. Ты мне не нужен. Шкура Варга. О! Чихнуть хочется. Кстати, если вот в патче играете, то эти шкуры нужны для изготовления того или иного чего-нибудь. Как видите, подвал тут закрыт был. На. Все, все. Опа. Что оберегали? Боевой топор. Ну, кстати, такой был, он бы так бы халявный был. Сюда, потому что когда отправляешься, то уже по-любому раскачанный сильно. И здесь бы ты его подобрал бы. Итак. На. Давайте поднимемся, мне все равно сюда надо. Ну как, не совсем сюда, конечно. Ну я посюда просто пройду. Так. Все-таки я убил его. Ну и хрен его. Все, конец. Опа. Так, интересно, тион и труп все еще там есть? Так. Каторжник. И так, и он и труп где-то вот здесь валялся. Так, вот эта хижина Кавалорна, если я не ошибаюсь. Он говорит, что здесь, ну там написано, что якобы он здесь что-то забыл, подзабыл. Сейчас посмотрим. Так, ну я здесь все забрал. Давай отчет. Я пришел от... Скажи Гаронду, что мне пришлось оставить шар. Я попытался добраться до замка со... Я спрятал руду в безопасном месте. Да, скажи ему, что я буду охранять. Скажи ему, чтобы прислал подкреп... Я дам ему. Так. И теперь я... Давайте сбегаю в один конец. Очень далеко придется бежать, поэтому я выпью. Слава богу, у меня оно есть. Ой. А, подождите, зачем я выпил это? Мне же не туда надо. Они ж все здесь. Так, раз, два, три. Я, блин, хотел к пещере бежать. Ну, лоханулся. Ну, ничего страшного. Потом сюда. На. Полетели, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати. В патчах есть такая миссия, не знаю, здесь у меня есть она или нет. Найти там одного Хермана, который убегал. А, подождите, нет, это в первой части. В общем, вон там, вот где дерево стоит, туда подниматься, там пещерка есть. И вот он в пещерке. На. На. Так, вот шаман.
Подождите. Я хочу изгнание зла не то. Так, огненный шар, что ли, на тебя? Да тихо ты. Опа, я убежал. Вы не знали, что я так быстро бегать умею? Да беги. Раз, два, раз. Да стой ты, Калич. Ты же не уйдешь. Вот так. Теперь остальные. На. Мимо. Не попал. Не попал. Толстый жирный попугай. Давай. Ой-ой-ой. Ну пока ты добежишь, господи. Так. Давай. Давай, 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 беги, 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 беги. На. На. Блин. Как же вы меня одолели. Так, подождите. Есть шанс, есть шанс. Оп. Да сейчас. Ты куда пошел? Стоять, жук. Стой, трус. Не беги от стрелы. Умрешь уставшим. Давай, 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 отходи, отходи. Все. И зелье кончилось. Так, теперь мне надо свет. Так, что у меня нет? У меня где-то лечение было. И... Опа. И... Опа. Лечение легких ранений. Ладно. Вылечились. Так, с вас мне что надо? С вас мне ни хрена так-то не надо. Кстати, есть такое задание, как... Такое, как это, собрать кольца. Великих полководцев там. Вот так.
Так. Заходим, собираем. Вам еще повезло, что я магией в полную силу не работаю. Не прокачался. Как маг. Нету инструментов. Ну давайте все-таки посмотрим. Для начала тут вот пещерка должна быть. Не надо это игнорировать. Да тихо ты. Кто тут еще? Все, что ли? Лечебные растения. Нет, я уж не буду это собирать. И давайте-ка посмотрим, что у нас наверху. Только сначала сохранюсь. Неохота туда влезть так за просто так. Первый. Второй. Кто помнит, кто смотрел Готику первую, может это вспомнит, за каким хреном я сюда ползал. Вот пещерка, где обитает золотая чаша, смотрите-ка. Вот так. Здесь человечек сидел, которого я валил нахрен и уставал. Жулика. Осторожней. На. И не добежал. Извини. Извини меня за то, что я сильнее тебя оказался. Так, собираем здесь. Хотя они могут появиться, если всех, кстати, попробовать убить. Они могут появиться. Так что посмотрим. Может, предусмотрено игрой-то. Ага, сейчас, два раза. На. По идее, вот в жопу ему прям направлена стрела была. Так. Ну, здесь уж точно нету ничего. Блин, блин, скидай. Немножечко осталось. Так. Шамана сразу вырубили, смотрите-ка. Да где ты? Я, блин, здесь с воинами хреначился, теперь с орками хреначусь на этом же месте. Давай. Я думал, у вас здесь гораздо больше будет, честно скажу. Снайпер. Ладно. Мне, кстати, еще это когти снайпера надо, из по-моему. Этого не выйдет самого кровожадного. Хорошего. Ну где он находится, я, по-моему, догадываюсь. Куда? Куда ты? Нечего. Так. Нечего терять. Вот моя свобода. Так. Понятненько. Так, у меня есть рыба, в которой что-то есть. Золотая чаша, золотая.
Серебряная чаша, серебряный кубок. А вот Карвалон все-таки, да. Ну давай. Ладно. Миссия, так миссия. Миссию мы пошли выполнять, уничтожая, естественно, все на своем пути. Тут вот находится шаман, которого убивать-то и не стоит. Или стоит? Вот он. Хошопак. Ой-ой-ой. Мне вроде с ним разговаривать надо. Так. Нечего взять. Ну раз. Силы 8. Сейчас добавим. Раз. Два. Три. Вот так. Так. Давай. Подожди, забыл про тебя. Я ж не помню, с этим или надо разговаривать там, который наверху. Орк. Я поэтому пока оставил его. Так, что вы охраняли? Показываем. Каменная табличка. Мне это уже не интересно. Каменные таблички ваши. Так. Сейчас я зачищу и обойду с другой стороны. Все это дело. Снизу пойду. Потому что тут тоже есть скрытая комната. Так. Воинов мы у него подрезали. Это уже хорошо. Кстати, там наверху тоже пещера есть. Не знаю, что сейчас там творится. Ну давайте заглянем. Посмотрим, что там, кто там. В прошлый раз у меня там гарпии были. Или подожди, это я в патч играл, у меня там гарпии были. Не могу сказать. Потому что я играл сначала в Готика 2. Аддон. Потом я в Готику 1 стал играть. И потом я решил записать Готика 2 Ночь Ворона. Поэтому где что, что у меня там было, я поэтому сильно не помню. Ну зато сейчас посмотрим. Все-таки. Опа, вот она пещерка. Смотрите-ка, никого. Еще и с другой стороны. Ну ладно, лук халявный. Кольцо. Ладно, пойдем далее. Так. Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет. Сюда. Теперь сюда. У меня призрачные были. На. Тут еще есть? Нет, смотрите-ка, все. Обделались легкой кровью. Ни хрена себе, все. Вы кого там грызли? Олаф. Олаф,
Не дошел ты до куда-то. И давай, забираем. Так. Стол. Да, нет, 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 все, уходи. Так. Руна какая-то. Давайте посмотрим, что за руна. Руна, руна, руна. Руна страха, нет? Рах. Блин, у меня от этих рун, если я прокачаться не могу еще. Не понял. А, это я же здесь. Блин, думал, кто тут уже напакостил. Так. Все, само то. На. На. Нормуль. Там ничего нет. Так. Теперь главное на орков не нарваться. Вот здесь вот. Так, ой, сколько шкур я принесу ему. Из Господи. Этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего. На. Давай-ка подойдем поближе. А ты морду зачем крутишь? Нечего. Кого ты там хочешь найти? Тоже из рынок. Этого не выйдет ничего хорошего. Так. Что-то там летало. Уже не летает. На. Так. Мне уже собирать как-то. Вроде пока обеспечены. Кроме опыта тут брать больше нечего. Все остальное у меня уже не прельщает. Кого ел? Следующий. Тут у нас сидит Диего, если я не ошибаюсь. Вот он. Эй, я думал, да, так бы. Ну, теперь я вернулся еще. Для кого ты это делаешь? Я работаю на лорда Хагена. Паладины? Я хотел предупредить паладинов о драконах. Этот напыщенный Лотар даже не стал слушать меня. И, конечно же, не позволил мне поговорить с лордом Хагеном. Вместо этого они отправили меня назад с экспедицией. Очень важно остановить драконов, пока... Остановите? Пока есть время. Да нам нужно уносить ноги из... Скажи, нет, нам надо убить их. Как тебе удалось пробраться через проход? Есть путь через заброшенные шахты. Это хорошая новость. Тогда я должен, кстати, как можно быстрее отправляться. Здесь путь лежит. Я просто телепортируюсь через шахты. А в патчах и аддонах там сам путь еще надо позже завоевать. Там ползунов валить. А что насчет этих... Они нашли свою судьбу во время битвы со стаей снайперов. Да? Так. С тех пор, как барьер пал здесь, а мы заправляют люди... торки. Теперь держись подальше от всех, кто. Так, ну это понятно. Я хочу купить свободу, город. Не маленькая сумма. У меня есть. Остальные сам найду, так. Ты можешь? Конечно. Мне пока ничего не надо. Кроме твоего кошелька, естественно. Послушай. Хорошо, я помогу тебе, чем смогу. Я здесь по поручению Гаронда. Он хочет знать. И тогда он даст тебе этот... Именно. Здесь, в задний, Гаронд может прийти и забрать. Так. А какой ты кошелек руди-то? Ну. С группой Сильвестра. Он сказал, что мы должны переправить руду в безопасное место. Ну, так как я все равно собирался... Я выжился добровольцем. Мне очень повезло. Так, так, ну ты можешь меня чем-нибудь, ну так. Давай, к проходу. Иди первым. Ты, но даже не думай. Кроме того, мне удалось сбежать из того. И, конечно же, мы не должны. Скажи, дракона. Когда будет.
Как где? Скажи мне, когда... Понятно. На обратном пути. Я тебя заберу. Так, вот они, ящики с рудой. Больше тут ничего нету. Я тебя заберу на обратном пути. Так что мне надо еще кое-куда сходить, кое-чего взять, кое-кому наведаться. Так. А с какой стороны лучше зайти-то? Ну-ка, давайте-ка с этой подойдем. Ну, потому что мне вот здесь, кстати, этот снайпер там вонючий будет. Так, что-то я маленько не туда свернул. Сюда мне надо. Так. Вон их лагерь стоит. Так, сверху давайте сначала унесем всех. На. Здесь готово. Так, 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 так. Блин, так светит. Так. Что тут еще есть? Грибы. Ладно. Пока всего у меня хватает. На. Волк. Из этого не... Мост обрушен, заметьте. Блин, в патче-то нет, туда можно пройти. И на пакости там, это в первой части там к спящему было. Проход. Ну ладно. Так, охота на снайперов, можно с кем-то идти, но я думаю, одному может сходить. Не дай бог в кого-нибудь попаду, еще ткну пальцем. Не так, не туда. Сам откуда я... ты пришел? Я пришел по приказу Гарон. Очень хорошо. Я здесь не для того, чтобы помогать тебе. Нет. В мою задачу входит выяснить, сколько руды, да? Послушай, я не знаю, зачем Гаронт прислал мне наемника, но должно быть, у него были на то причины. Но прежде чем я отправлю тебя назад... Задание? У всего я не привык вести дела с наемниками. Я... Но в знак проявления моей доброй воли я заплачу тебе 100 золотых. Ну как, пару... Да, конечно. Что я могу сделать? Вот уже несколько дней Ордас... Я вот не знаю, чего там они ждут. Не надо загасить. Фред, помимо всего прочего, напуганы. И кого мне послать? Тангрона? Конечно, он умеет сражаться. Ты един. Так. Обокрасть. Как настроение? Ты хочешь узнать? Разберись. Так. Каторжник, каторжник. Эй, откуда ты взялся? Да, я... Как там дела? Не лучше, чем здесь. Черт, нигде нельзя чувствовать себя. Я скажу тебе кое-что. Так. Кошелек сначала я тебя украду. А что ты воп... Я здесь как мальчик на побегушках. Поднеси, подай. Посмотри, где там снайпер. Мне лучше было остаться дома. А теперь... Я все, что осталось от... Откуда мне было знать, что этой экспедиции не суждено было вернуть? Мой приятель Алаф улизнул. Может... Ага, сейчас. Алаф, это тот, которого волки ели. И как он? Он мертв. Ох, черт. Надеюсь, как... Что ты... Зачем тебе знать это? Я собираюсь поху... Это безумие. Тогда расскажи мне, что... Я мог бы помочь тебе. Что ты хочешь? Если тебе удастся убить снайперов... Мне здесь долго не продержаться. Ты говорил с Федом? Расскажи. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Так что будь внимателен. Я... Они очень хитрые. Но есть еще... Ой, да мне... Пока это... Я и без тебя знаю. Я видел... Я от тебя задание получил, все. Так, ты-то кто? Каторжник.
Да прибудет с тобой Инос. Я пришел не за тем. Тогда поговори с... Кошелек. Значит... Да. Как? Его все еще Черт. Послушай, я хочу, чтобы ты передал ему это кольцо. Пусть он сохранит его ради меня. Нет проблем. Хорошо. Магия этого кольца придаст... Так. Мне... Я выполняю приказы только Фаджета. Может, кто-нибудь... Ну, я вообще-то и не рассчитывал на тебя. Так, тут тоже есть... Это, по крайней мере, была миссия. Сейчас не знаю, есть она или нет. Эй, ты! Эд. Что тебе нужно? Успокойся. Слава Иносу. Их всех сожрали снайпер. Да. Сначала обкрадываем. Что ты? Билл Год следил за ним. А друг... Они за... Понятно. Озеро. Понятно. Там снайперы. Ну давай, сейчас, когда я со снайперами разберусь. Эй! Что вся долина? Да. Что ты делаешь? Я разведчик. Моя работа. Хотя сейчас самое время насобирать трофеев. Так, ладно. Так, трофеи, говорите, значит. Кстати, в могилах было что-то закопано в этих... Как там? Придатках игры. Вот они, снайперы ваши. Так-то их сверху гасят. Я-то помощнее, подломленный. Так. Блин, наверх давай пошли. Сейчас будем охотиться на вас. Так. Там ничего нет. Сюда. Давай, 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 давай. Вол. Все. Идем далее. Сюда. Что у нас еще остается? Снайперы, снайперы. Тут есть кто? Опа. Так. Еще одна статуя. Белиара. Так, а если им всем молиться, тоже поди что-то будет? Ну, я не хочу это делать, потому что уж от Белиара-то ничего хорошего тоже не дождешься. Старая башня Ксардоса. Вон туда наверх в патчах заходишь, там есть какой-то призрак гнома или гоблина, или кого-то. И сундук, который не открыть без его помощи. Так, что у нас тут? Ой, сюда мне не зайти? Нет. Так. Вот, видимо, это для патчей было предусмотрено. Они заранее как-нибудь планировали, я не знаю, там.
И опять же, на патчах есть проход, там остров есть. И проход туда. Там пещера. Там маг воды ждет, охраняет. Че, я уже забыл, что именно там надо делать в этой пещере. Так, это я куда вот сейчас? Лук, кольцо. Лук наемника. Крылья. Жало. Вот тут хорошо пировал. Так. Сейчас мы выйдем. Ой-ой-ой-ой. Стой. Да стой ты, блин. Инвалид. Может и палит? Нет, инвалид. На. Так, там у нас должен сидеть наш орк знакомый, который говорит на нашем языке. Где-то. Вот так. Там ничего. По крайней мере, он должен был тут сидеть в этих патчах, которые улу-мулу нам хреначил, там он вот здесь вот сидел. Может, еще появится. Так, все. Сейчас зайдем в башню. Оттуда пойдем наверх к снайперам, который мега мощный, от которого мне когти надо забрать. И так. Потом вот так. Так, тут демон может быть. Сохранимся. Где? Наверху. Золотое ожерелье. Что у нас тут имеется? Свиток. Все разбросано, все разбито. Разруха. Сундук. И взяли. Вот так получается. Так, да нет. Все взял. Молодец, красавчик. Вот зелье, ага, все. Сохранимся. Так, какие-то полосы, ага, типа ступеньки. Блин, так башка поедет. У всяких доходяки паралитиков. Ну, смотрим. Так. Все. Так, собираем смола, ледяной кварц, так, тарелька, мензурка, зелье, как-то ты помер, как-то некрасиво.
сера. Ну, кроватка есть. Отдохнуть. Так, тут закрыто. У нас... Точно тут закрыто? Нигде нету тайника. Кнопочки, веревочки, рычажка. Скелет Эксардоса на ним экспериментировал. Так. Кстати, я же не пользуюсь этим огоньком. Здоровье от огня к силе, ловкости к максимальному здоровью. Кольцо принадлежит дорогому. Так, вот амулет. Вот так амулет одену. Ой, какая-то защита от огня. Ну, пойдем дальше. По старой башне походим. Давно мы здесь не были, с первой части. Да. Так. Нет, вот здесь статуя бильярд была, а сейчас она там находится, внизу, заметьте. Ой! Так, идите-ка вы нахрен. Ой. Если бы я знал... ах, если бы, то жизнь была бы песней. Ах, если бы. Не жизнь была, а песня бы. Тихо. Вот так. Не давать им к себе подходить. Из этого не выйдет ничего хорошего. Тут ничего нету. Так, свиток. Камень телепортации, руна. Я как понимаю, камень телепортации. Ну-ка смотрим. Так, страх. Лечение легких ранений, свет, телепорт в замок, демоническую башню, удаление рудников. Все правильно. Так. Никакой книги я пока не взял. Нет, ничему не выучился. Что ж, вроде ничего больше и нету. Так, теперь дай бог памяти. На! Блин. Не глубоко ни хрена. Почему-то. Он был бы пчелой бы. Превратился бы в пчелу, да улетел бы. Ладно. Кстати, что по времени-то у нас? Давайте поспим тогда, да. С утра двинем. Что нам полночи-то болтаться-то? Спать до утра. Все, всем спасибо. Померли сами. Хотели ожить, конечно. Может быть, с каждым новым утром оживаете заново, но не в мою смену. Ладно. Так, что у нас тут? Надо. Вот он туда надо будет пройтись. Всех истребить. Так, пока никого нету. Ладно. Блин, я думал так-то тут. Шух туда. И все, и на коне. Что-то я сомневаюсь, что я прям всех завалил. Прям чувствую, что ни хрена не выполнил задание. Пойдем туда искать снайперов.
Они вроде наверху должны быть. Вон там, где одиночный был снайпер. И после задания они появились. Ну да. Прям. А где тут самый кровавый снайпер-то? Может, кого-то я надо было позвать и... Сейчас посмотрим. Эй, ты! Со снайперами покончил. Отличная работа. Ты заработал свое золото. Скажи мне. Доложи Гаронду, что мы из-за постоянных нападений на нас. Если Гаронд сможет прислать подкрепление... Понятно. И... Хорошо. Мы надеемся. Эй, ты! Так. С этим покончено теперь. Стой, вот. Эй, давай ты еще. Так, рудокоп. Эй! Снайперы Ирана. Чё ты беспокоишься, блин? Зациклен. Так, теперь надо кого-то, козлину забрать. Давай, трусьяра. Я готов. Я иду так быстро. Пойдем, пойдем. Так. А как оглянуться-то? Нет. Нет. Кто где? Давайте, покажитесь. Еще, еще одна грязная тварь. Еще одним монстром стало меньше. Ну ты-то уж не булькал бы. Подсерыш. Так. Забираю тебя, мне еще Диего взять. А вот как оглядываться. На R. Пойдем, пойдем. Пойдем. Хорошо. Пойдемте, у нас уже отряд. И я как предводитель этого отряда. Сюда, сюда. Еще одним монстром стало меньше. Еще одним монстром стало меньше. Еще одним монстром стало меньше. Еще одним Давай. Монстром стало меньше. Ну что ты? Что ты завис? Пойдем. Господи.
Вот что бы вы без меня делали? Я аж тут всех. Всех убил, чтобы вы могли свободно ходить. Тебе жить надоело? Держись. Как дела? Хорошо. Подожди. Нет. Я когда закончу, но не след... Подожди минутку. Пошли. Пойдем. Хорошо. Эй. Как дела? Хорошо. Пойдем, мы к замку не пойдем, пойдем. Падла, ты не пойдешь этой дорогой. Что во фразе? Пойдем тогда другим путем. Как вас отвезти-то еще? Ой. Так, туда мы не сможем пройти. Значит, идем в обход, как я сюда пришел. Так что ли? Еще одним монстром. Да вы-то куда уж? Лошарики. Еще одним монстром стало меньше. Так, там орки. Ой, орк-шаман. Так, идем сюда. Как ты хочешь опять я провел-то? Блин. Ну, пойдем. Если ты и там еще не пойдешь, я не знаю, как тебя вести. Будем через орков прорубаться. А ты как раз на труп своего друга посмотришь. Пойдемте. Блин, так вот. Что за миссия такая? Вывести их. Сейчас только не надо нарываться там наверху. Ни на кого. Пойдем, пойдем. Или ты посюда и предполагал выйти с самого начала? Подожди! О. Нам нельзя туда идти. Я думаю, нам будет лучше пойти на запад. Тогда подожди. Блин. Тогда давайте загружаем. Там орк-шаман. Я не хочу, чтобы он вас убил. Все, пойдемте. Так. Еще одним монстром стало меньше. Что-то я чувствую. Меч у меня какой-то не очень, хоть и урон такой, но надо что-то одноручное брать, потому что что-то
Не катит он никак на двуручник. Лучше через запад. Все-то тебе лучше. Через какую-то жопу мира меня заставил идти. Еще одним монстром стал. Еще одним монстром. Еще одним монстром стало меньше. Давай. Сюда. Подожди! Пойдем. Я потом приду сюда без вас. А то ты весь истонался. Еще одним монстром стал. Еще одним монстром стало меньше. Блин, блин, блин. Вам не угодишь. Ой. Еще одним монстром тварь. Стало меньше. Еще одним. Че? Ты Диего убил. Так. Пойдем. Блин, орки. Подожди. Посмотрим, что здесь у нас. Так. Посох. У меня есть боевой посох. Смешно. На. Еще одним монстром стало меньше. Давай. Так. Да что ее мать-то? Блин, какой дебил он. Ладно. Да. Ой. Как бы мне тебя не обидеть, то тварь такую. Еще одним монстром. Еще одним монстром стало меньше. Вали его. Еще одним монстром стало меньше. Так. Вроде бы получается выводить-то вас. Ой, какие вы непослушные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Окольными путями вас веду. Хрен знает как. Давайте, давайте, давайте. Так. Прыгать не надо. Я уверен, что мы можем здесь и так пройти. Я разорву тебя на куски. Получил, подонок? На. Ну вот сейчас посмотрим. Так, все живы? Шпага бандита. Так. Меня, вы смотрите, как нахреначили из-за вас. Груда оленей нахуй. Забираем. 200 монет, кстати, смотрите. Чтоб не бедствовали. Хотя, если честно, здесь без взлома-то придется победствовать, да.
продавать, чтобы что-нибудь. Это игра на долго рассчитана. Никак не на день, не на два. Я, кстати, упустил вот этот момент. Кто тут? Никого. С моста не падаем, сразу говорю. Бежим, 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 бежим. Вот так. Не беспокойтесь, тут были снайперы, сейчас их нету. Блин, вот так вот долго месяц их тащить. Не застревайте. Кто там? Еще кто-то бежит? Третий. Так. Тяжелый сук. Это гоблины здесь были. И идем дальше. Так. Там паладины. По идее, их перебить всю эту шайку можно. Подожди! Это одна из новых шахт паладин. Я никогда там не был. И идти туда не смог. Так, тогда давай сюда. По берегу пойдем. Одна из новых шахт паладина. Доказательства. На. Еще одним монстром стало меньше. Еще да. Одним монстром стало куда меньше. Куда вы, блин, мечи вытаскиваете? Герои нашлись, а нахрен. Еще я одним даже монстром стало меньше. От мух вас всяких даже оберегаю, чтоб, не дай бог, с вами ничего не случилось. Еще одним вот монстром так. Стало меньше. Так, обходим, обходим. Здесь я уже все почистил. Блин. Немного мандражирую, вышел. Извините меня. Ягода маленькая, хо-хо. Так. Видите, тут никого нет, бояться некого. Я всех убил. Два сыкла. Хотя Диего-то не сыкло, он-то нормальный тип. Ну просто даже здесь он слабоват для монстров-то. Потому что надо херачиться там издалека. И в основном его запускаю, чтобы он там всех гасил. А сам прячешься и ждешь, когда он всех завалит. Вот на этом игра, так-то скажем, и сделана. Чтоб... Так, что мне кто-то что-то написал. Хорошо. Корм для кота будет куплен. Тоже хорошо. Животное тоже надо кормить. Вот. Где оно? Страшное чудовище. Вот. Спит. Спит. На кроватке. К замку не хочу, к шахте не хочу. Молодец. Будешь великой нехочухой. Я боюсь, что не до конца тут все взял по опыту. Так что вы уж меня простите. Но я хочу еще пострелять здесь орков. Тем более популяцию их надо уничтожать тоже. Тут за всю херню надо качать. Хочешь такой меч научиться качать? Опыт давай. Хочешь такой варить суп? Опыт давай. А в патчах так вообще... Кошмарно звучит все это дело. Там за всю херню надо. Там столько всяких супов, столько всяких рецептов зелий, столько всяких оружий. И за каждое заплатить. Не просто ты умеешь ковать. А вот, допустим, палаш. Это один навык. Хорошо, пришли. Дальше иди один, но будь осторожен. Спасибо. Смотри, чтобы тебя не съели. Прощай.
Ой. Блин. Так, подождите, я сейчас. Твою ж мать. Ладно, сохранился-то еще. Так, а Диего-то куда надо везти? Рабы. Блин. Ё-моё. Ладно, сейчас почитаем, что у нас там. Рабы, не рабы. Так. Пойдем, пойдем. Всех их вместе соберем. Соберем. Вот здесь паладин валялся. Помню. Так, сохранить. А куда мне горно-то надо вести? Кольцо. Так, мне передал кольцо. Это так, побег. Вывести из долины. Помощь Маркосу. Гарден послал ему подмогу. Так. Так. Спасение горна. Рабы ворона. Ну давай. Для начала первого отведем. Хорошо, пришли. Опа. Сохранить. Тебя куда вести надо? Это место. Оставшуюся часть. Мне нужно кое-что сделать. Благодарю тебя. Вот так вот. Ну что ж, давайте я, чтобы вас это не мучить, я телепортируюсь туда. Потому что там все равно все умрут. Так, ну вот. В общем, оказался, я же забыл. Я же могу телепортироваться, потом уж вспомню. Так, что у нас по времени? Время 3 часа. Что нам может маг приготовить? Гарунд, не маленькая сумма. Мне добыть еще золото. Да. Может, горн припрятал? Я напишу ему записку. Да. Да я 1000 сам могу отдать, господи. Вообще, какие у тебя обязанности? Это, блин, я уже забыл. Ну-ка еще разок, может, ты меня чему-то научить сможешь. А как изначально? Проверять магическую руду. И теперь я сосредоточен на изучении алхимии. Так, а ты меня алхимии-то не будешь учить. Ладненько. Собственное мнение на этот счет. О, стой, удар. Я бы сделал по-другому. Начнем с тебя. Ты мне нужен. Эй! Так. Вот. Что? Говоришь, что он хочет забрать его назад? Как? Некоторые из наших парней... Это не опри... Ну, это понятно. Так. Рыцарь, рыцарь. Эй! Так, от тебя у меня что есть? Эй! Так, у тебя что есть? Ничего. Никто ничему не учит. Эй, ты! Так. Что? Энгор? Эй! Никто ничему не учит. Нет, 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 все не то. Блин, блинский. Нам остается только ждать. Он узнал. Я не знаю, где его так отделали. Так. Ключ от первой двери. Я так думаю, это все-таки решетку поднимать. Ты должен найти старателей
и выяснить, сколько у них руды. А? Да я уже все нашел. Мы будем держать. Что? Я отправил все три отряда. Их возглавили Маркос, Фаджет и Сильвестро. Группа Маркоса пошла по направлению к... Другие две группы... Джерган один... Ты... Через долину вообще нет безопасности. Держись подальше от орк. Ну, я уж понял. Все. Мне все, что надо, я узнал. Сейчас я ему все расскажу. Так, только сохранить. Я теперь рассказываю. Я поговорил. Что он может... Его люди добыли два... Два ящика. Он хочет, чтобы я передал тебе... Что? Я должен послать... Так. Насчет... Ты видел его? Все, кто находился в шахте, мертвы. Черт. Это... А что насчет руды? Им удалось спрятать несколько ящиков. Я встретил... И? Что он может доложить? Четыре ящика. Теперь он охраняет... Что? Все, всего четыре ящика, шахту. И он... И ему нужны еще люди? Черт, что там происходит? Мои люди почти все мертвы, а с той рудой, что у нас есть... Мы не можем остановить, да? Это экспедиция. Так. Что письмо давай. Письма? В общей сложности у нас есть 10 ящиков руды. Ты получишь свое письмо. Лорд Хаген должен услышать об этом. Так, как насчет оплаты? Как насчет... Ох, да, точно. Вот твоя награда. Что ты планируешь, что ты делать, планируешь делать дальше? Я уже все перепробовал. Ты вот моя Татьяна. Единственная надежда. И что лорд Хаген пришлет мне подкрепление. Но мы не пойдем духом и будем молиться Инесу, чтобы он не оставил нас без своей поддержки в этот мрачный час. Ну ладно. С тобой все понятно. Так. Смотрим, что у меня так, спасение Горна. А, Горн, точно, блин, чуть не ушел без него. Так. У меня собственное мнение на этот счет. От этого будут одни проблемы. Освободи Горна. Мне уже сообщили об... Все. Я не был бы так... Больше не хочу слышать об этом. Возможно, я говорил тебе раньше. Так, где ты? Нам остается только ждать. Вот он. Ну давай. Хватит бездельничать. Да уж. Но я совсем не ожидал, что это будешь ты. Ха, Гарунд говорит. Раз уж ты упомянул об этом, я бы не отказался от... Подожди, у меня есть ко... Я нашел эти доспехи здесь. Для меня они слишком... Спасибо. Понятно, конечно. Так. Подожди минутку. Подожди. Не знаю, где ты, конечно, будешь, куда пойдешь. Давайте посмотрим, что, какие доспехи он мне дал. Доспехи наемника. Они у меня и так были. Сорняки, два сорняка. Эй! Нам остается только ждать. Так, а куда он ушел-то? Почему я не слышал об этом раньше? И так хватает проблем. Я что-то слышал. Ты уже знаешь, что я думаю. Никому. Ну ладно, давайте, все. А, нет. Подождите, мы еще немножечко повоюем. Так, а что у меня за амулет-то? Какой-то я подобрал амулет, так, рудный амулет блуждающего огонька, да не тот. Амулет жизни, амулет магии, ангару. Это амулет принадлежит ангару. А где у нас ангар? Ну ладно. Опа, блин, вставай. Как бы ты сюда не шел, я уже здесь. Давайте посмотрим. Вдоль забора, значит, да? Ладно, раз мы сможем телепортироваться. Что? Не слышу. На. Получи. Далее. Давайте сюда идем. Пойдем. Что у нас тут?
Всех. Всех побили, всех убили. Блин. Я столько шкур продам вообще. Потому что у меня нет столько денег. Давай, второй кабан, беги. В лоб. Пуля, как он, бронебойный. На. Что у нас тут? Уничтожаем. Все уничтожим. Давай. Да тихо вы. Идем дальше, падальщики. Почему я так нахально сделаю? Да потому что у меня есть лечение. Поэтому я такой нагленький уж. Какой есть. Так, там мы все сделали. Пойдемте уничтожать орков. Только я не знаю, здесь можно под забором проплыть или нет, честно скажу. Не помню. Так. Ну давай, чешуйчатый. На. Опа. Собираем. Опа. Собираем. Так, у меня что, вот. Пожди, 4, 5. И. Оп. И еще разок. Оп. И еще разок. Оп. Поэтому я такой нагленький. Так. Это мы еще письмо в Атрасу так тащим. Так, где у нас орки? И на. Ты ближе стоишь. Все. Не стоишь. Господи, что за человек? Вот, кстати, все уничтожают. Как в жизни. Только я тут ради прокачки, чтобы жить, а там-то люди уничтожают ради каких-нибудь пару монет. Так. А что вы тут охраняли? Можно поинтересоваться. Или вы тут стояли просто для прокачки, чтобы я мог прокачиваться на вас? Или тут что-то важное у вас есть? Хотя я сомневаюсь, что у вас тут может быть важного? Так. На. Такой ты дебил. И с этим ничего не поделаешь, если ты дурак. Так. Все. Это я еще из головы в голову не перешел. Там-то вам вообще огонь буду. На. Ни хрена вы. Охренеть, вы как там раздвоились то так, еще немножечко и еще. Нет, все,
Давай. Вот так. Сохраняем и идем. На этого гребаного мага охотиться. Где ты, шаман? Сейчас. Наколдую тебе. Все. Кончилось твое шаманство. Да, берите все. Молодец, что подбежал. А то боялся, не попаду. Так. На, почти, почти, почти. Добери все. Не жадничай. Вот оставляешь трупаку, зачем ему деньги? Палатка. А в палатке людоед. Заходи к нам на обед. Так. Там много орков. Хочу кое-что попробовать. А где у меня заклинание? Так. Да где же ты? Да беги! Блин! Думал, что-то доброе. Где вы? Или на вас молния это не действует? Да тихо ты, позорище. На. Давай. На. Блин, на кого молния тогда рассчитана-то? Или надо кругами магии владеть, чтобы она сила приобреталась. Ладно, как бы то ни было. Урон магии 30. 2 осталось. А, ладно, ну что-нибудь использую. Какого-нибудь кабана, птичку там или еще что-то. Вот он, кстати. На. Вот так. Ну чего оно не действует? О, ледяной блок. Ледяная стрела. Давай, вот сейчас. Нет, подождите, ледяная стрела, нет. Мало ли, вдруг пригодится. Я думаю, все, можно выходить из долины рудников. Где у меня порталы? Так. Поехали. Так. А где это я? А что ты не проходишь?
Там, кстати, еще одного можно было, которое пристрелил охотника якобы. Ладно. Так, сохраняем. Через пещеру давайте выйдем. Быстрее будет. Все равно это всех их перебил, орков. Доказательства мы взяли. Что нам еще надо? Ну? Глава 3. Глаз Иноса. О, у меня что, к магам огня пустят? Что это? Ладно. Не будем вдаваться в подробности. Так. Хочу кое-что посмотреть. Раз глава началась, орки появились. Орков нет. Ну и ладно. Так. Хоть у меня и урон хороший у топора, но я что-то вот сейчас в нем не очень-то надеюсь. Что тут? Давай. Вот здесь вот должен первый, да, прокаженный-то. Кто он? Вон он. Ищущий. Вот он. Да, вот он я. Собираем с него все. Их сейчас много будет. Так. Мужики мертвые. Так, я взял камень телепорта. Правильно? В долину рудников. В замок. Подожди, я только что взял камень. Так, страх. Ледяная стрела. Лечение. Ледяная стрела, кстати, там. Ладно. Лечение легких ранений. Святой свет. В замок. Это внутри. В демоническую башню. Проходу в Харинисе. А вот проходу в Харинисе. Так, и я кого-то там вижу. Может, ты мне объяснишь, что тут происходит? Место. Эй, ты вернулся наконец. Ты должен. В это я готов поверить. После того, как ты ушел, здесь начался ад. Поговори с Ксардосом. Он передал мне эту руну для тебя. Она поможет тебе добраться. Увидимся там. Хорошо. Только подожди. Увидимся. Кромешный драконный снайпер. Вон ищущий опять. Да подождите. Вот так. И не надо мне здесь. Отголоски прошлого. Вон еще один. Как-то вас дохренища. Ну-ка до Бальтазара дойдем. Может, что, он мне даст пояснение. Эй, ты. Все. Мне не на что. Ладно, пойдем тогда спросим. У нас время вечер уже. Можно так-то, по идее, спать лечь. Но для начала надо узнать. Что у вас тут? Все, Бенгар. Когда бандиты здесь проходили? Что за глупый вопрос? Как... Я имею в виду... А, понимаю. Да, после того, как часть была в бочках, часть в мешках... Как дела? Малок ушел от меня и забрал с собой всех, кто работал на меня.
Он сказал, что направляется в горы. Он больше не мог. Новые орды монстров каждый день приходят. Если бы только меня защищали, хоть один из них даже был готов работать на меня. Но он передумал. Впрочем, мне кажется, его... Так я знаю. Все. Без малока этой. Надеюсь, он... Дай-ка я посплю у тебя. Спать до утра. Так. Подожди минутку. Ган. Чем я не могу? Как дела охоте? Как дела идут все хуже и хуже. А охотиться. А, вот фыркающие твари. Ну ничего, я там одного завалил для тебя. Блин, блинский. Так, ладно. Пойдемте, я по лестнице спущусь. Может, там в лагере, в старом лагере бандитов, что-то новое образовалось. Блин. Так. Вас слишком много. Ты не знал об этом? Теперь еще эти драконьи снайперы. Ну давай. Фыркающая тварь. Я просто не хочу с этими встречаться, потому что они проклянут. И потом ходи, лечись. Хоть может это и по плану, но я бы не хотел. Так, они ушли в долину. У меня, кстати, еще что-то. Пропавшая с Люсия, пропавшие люди, портал магии воды, доказательства. Так, я хочу сходить сначала на ферму. На. Вот так. А ты-то думал. Даже тебе на магию надо какое-то время. Так. Ну ладно, давайте посмотрим, что они нам дадут. Я так думаю, они здесь спрятаны. Ты меня поджидал, кстати, смотрите, за углом стоял, ждал. Еще каменную табличку, кстати, смотрите, как я ее до этого не нашел. Пойдемте поговорим с людьми. Что ты делаешь? Я сбежал с фермы Бенгара. Ты представить себе не можешь, какие ужасы. Могу. А как тебе? Здесь мне приходится иметь дело только... Все же меньше зло. Ты нужен. Я не сумасшедший. Ты нужен. Я не сумасшедший. Так. Ладно. Крестьянин, крестьянин. Так, что у нас с охотником? Здесь охотник был. Эй, ты! Расскажи мне что-нибудь. Ага, сейчас рассказал бы. Так. Забираем. Попал.
На. Аид еще смотрит на меня. Я на него, он на меня, мы переглядываемся. Так. Самое главное, к ним не подходить, я то говорю, заразит нахрен. А мне этого не хотелось бы. Это как трипер. Неприятная вещь, хоть и лечится. Так. А что тебе было? Я приплыл сюда, и я надеялся, что... Скажи, ты случайно не знаешь, как попасть? Возможно, через портал, который... Что это за... Маги воды. А мы... Нет. На Декстера у меня был... А что находит... Тебе даже не... Земли там суровые. Да ладно, недалеко так. Недалеко от... А, этот идиот! Ничего, я ему еще пока... Ищ... Конечно, я благодарен, что ты мне помог. Я наш... Покажи! Черт возьми! Это мне совсем не помог. Нельзя было его просто так убивать. И еще кое-что. Конечно, я... Так. Ладно. Хочу еще вспомнил об одной вещи. По крайней мере, я играл, если не помню, Авадон, по-моему, играл. И вот здесь вот была пещера. Я, кстати, про нее забыл, когда первый раз сюда приходил. Что здесь можно еще добывать магическую руду. Да тихо ты. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. А с этого я ничего не могу взять. Хорошо, так, 5 чёрных. Средние ранения. Ну, давайте сохранимся. Посмотрим. Так. По идее, в Адон, если я помню, играешь. Тут вот куски руды можно добывать. Набираешь себе людей. И... У тебя свой мини-город такой, это уже ты как командующий тут. Они тебе приносят в день или в неделю, поскольку это день уже. Ой. Вот так. Опа. Так. Что еще? Так, берем пока то, что здесь есть. И, блин, такой замок и такая хрень лежит. Стыдно, стыдно должно быть, товарищи. Так. С тебя ничего нету. Там ничего нет. Из-за таблички. Ну хотя больше опыта я взял, чем табличка мне нужна. Так. Сюда.
такой, знаете, неплохой. Так. Так это гора, блин, бесконечная. Блин, раз. И что у нас тут? Блин, ради этого стоило сюда тащиться на такую даль. Там гора-то не предусматривает такого лабиринта. Я так думаю, по крайней мере. И ничего. Ладно. Пещера была найдена. Сокровище. Мы из нее достали. А теперь можем выходить на свободу. Да, с чистой совести. Всю пещеру мы зачистили. А вот здесь, опа, а нету ничего. Кстати, если не ошибаюсь, если вот так вот при помощи патча туда перейти, то ты сразу к башне Ксардоса оказываешься. Ну ладно, я все-таки не к башне Ксардоса хотел первоначально идти, а хотел идти я к этому, к Ли, узнать, рассказать, поведать. Потому что оттуда уж я могу телепортироваться. Кстати, мне к черную гарпию бы так бы навестить. Неизвестно, что там еще у меня творится. Это теперь мои угодья же. Я же место зачищал. Блин, эти ищущие мне всю мазь портят. Так. Какие-то странные люди, непонятные тут. Вас это не напрягает? Люди. Порт. Нет. Так. Не говори, что ты не знал этого. Если он это... Ну давай. Никто ничего не не говори, что ты не знал. Похоже, я нашел работу для тебя. Похоже, я нашел. Выкладывай. Проход в долину рудников. Нужно, чтобы кто-нибудь... Ну, хоть что-то. Я хотя бы буду далеко от этой фиши. Я согласен. Это не мои проблемы. А так как ты... Скажи мне, что это не так. Вот на, деньги держи. Я... Увидимся потом. Все, увидимся. Если все будет по-другому, он сам бы никогда не додумался. Я не был бы там. Ходжес. Почему ты не работаешь? Ты еще ничего не слышал? Паладины арестовали Беннета. Я уже подумывал об этом. Что случилось? Что случилось? Ну, мы были в городе за покупками, когда неожиданно услышали... Ох, как я напугался. Я бросился бежать. Беннет бежал за мной. Я не знаю, что произошло. Должно быть, он отстал... Сам бы никогда не додумался. Не буду... Так почему Бен... Убийство! Так, Беннета подозревают в... Так почему ты не пойдешь в город? Они посадят меня в камеру, как его... Ситуацию? Понимаешь? Анар и его отношения с городом. Я тоже... все понятно. Меня не удивляет. Он узнал, а как? Естественно, я не знаю, что они планируют. Это понятно. Если бы у них было право решать... Они... Поговори с Ли. Поговорю. Я к нему вообще-то и направлялся. Все будет по-другому. Эй! Рано или поздно. Он не заслужил этого. Где ты? Я был в долине рудников. Да? Похоже, во всех этих... Ли это будет? Так это я знаю. Он слушал не тех людей. У тебя... Ты видел этих парней, одетых в черные рясы? Которые... Когда я ходил по морю, я видел много... Они пришли со стороны лагеря бандитов, которые... Возможно, тебе стоит сходить туда. Слушал не тех людей. Никто ничего не хочет. Понятия не... Ну, давайте посмотрим, если я смогу... Действительно, они там появились снова. Он слушал не тех людей. Это не новость.
О! Так, если я прав, они сейчас покажутся там все толпой. Ну-ка, вот здесь они окажутся. Где мне вас искать? Блин. Все-таки я прав, они здесь оказались. Так, загрузить. Блин, я так и знал, что они там. Ой, как-то я его проморгал и не заметил. Сейчас, минутку, мы с ними расправимся. Ладно. Мне бы доспехи бы теперь. Что они там на пятерочку-то плюсом нет. Я, конечно, могу считерить и забрать рясу. Нет, я хочу, чтобы мне дали обмундирование. Потому что считерить можно все, что угодно. Не так уже подломленный перс. Давай. Я жду, когда меня будут магия обучать. Так. Немножко приободримся. На. Вот так. Сейчас посмотрим вот здесь вот их. Есть они? Вот в скале вырублен это. Там паладины обитают. Ну, по крайней мере, патча именно так. Так. Это кто? Блин, блинский. Бандит. Никого. Заходим в дом. Грег. Эй, ты. Хотя, подожди. И еще, конечно. Так. Я так понимаю, что он здесь один и был. Может, это не тот лагерь? Из лагеря, где бандиты. Много где бандиты. И у всех лагерь. А я же еще на ферму не ходил. Мне ждали еще третий ключ, это узнать, где он. Вот, блин, вот и запарился вот так вот. Вот что я вспомнил, кстати. Точно, каменное кольцо-то это. Эй! Ну-ка, Пеппи. Как... Я слышал странные вещи. Так, ладно, вон там лагерь, я последний раз туда схожу вот сейчас. Нет, так нет. Нету. Ну и все, тогда я не знаю уж, где тебя еще. Боясь торфа-то людей в черном. Че ты боишься? Я вот не боюсь, ты боишься, конь какой-то. А все вояка. Ну ты меня можешь научить. Как коленки трясутся. Я сам не лучше. Он сам бы никогда не додумал. Идем. Рано или поздно это должно было случиться.
Конечно. Люди с гор в черном. Ты смог разобраться? Я сразу не доверял этим парням. Все, был всего один. Ну не верьте всему, чем говорят. Я что-то слышал об этом. Это все сплетни. Так, я освободил Горна. Освободил Горна. Да. Он уже рассказал мне. Он стоит больше, чем Сильвио. И... Ах. Что случилось? Я нашел это в старой часовне. Это магическая руна. Я думаю, она может в любое время перенести тебя сюда, на ферму. Он знал это не от меня. Я подумал, что ты смог. Вот так, я пришел из долины рудников. Я пришел из долины. Так это правда? Ларес говорил. А что насчет паладинов? Они понесли большие потери. Хорошо. А если нет, тогда мы... Не говори, так, что ты не знал этого. Доспехи получил. Конечно. Давай. Дай мне. Держи. В конце концов, мы его поймем. Так, у тебя есть еще для меня так, насчет Беннета? Что она... Так ты уже знаешь. Эти ублюдки, как будто мне не хватает проблем с моими людьми. Так. Что ты собираешься сделать? Я пока не знаю. Я не верю, часть парней готова хоть сейчас ворваться. К счастью, у нас недостаточно людей для того. То есть ты? Конечно нет. Лорес сидеть не будет в городе и пытается выяснить, как можно вытащить. А пока я попытаюсь успокоить моих парней. Остается надеяться. Так. Это все сплетни. Могу я как? Конечно, но помни, что в таком. Инос свидетель, иди в город. Может, тебе удастся, но не затягивай сильно с этим делом. По-другому. Ну, это понятно, есть так, новости, так. Это было очевидно. Есть? Нет. Недостаточно. Он сам будет... Работа. У тебя нет еще... Тебе все мало, да? По-моему, у тебя... Еще задание. Хорошо. У меня... Я должен поквитаться с судьей в городе. Но паладины и на пушечный выстрел... Это дело очень деликатное. Так что слушай внимательно. Ты должен попытаться завоевать его доверие и выполнять всякую грязную работу. Это свинья... Провернула столько грязных. Дай мне что-нибудь, что я смогу использовать, чтобы запятнать его имя перед лицом ополченцев. Но я не хочу, чтобы ты убивал его. Это для них. Как ты думаешь? Все. Справишься? Да я думаю, справлюсь. Я мне сам так. Нет проблем. Сколько? Нет проблем. Твоя награда зависит от того, что... Хорошо. Так. Ах, да. Ну-ка, давайте тяжелые доспехи. Где они? Я не знаю, где его так отделали. Так, доспехи, так. Ты действительно веришь в это? Ого. Уже реально. Никто ничему не учится у меня. С тобой, с тобой все? Ты спас. Я никогда не знал. Я никогда. Что сначала, а потом? Кто знает? Кто-то ведь... Я что-то слышал об этом. И почему? Ну, давайте смотреть тогда. Что, к Сардосу? Не думаю, к Сардосу надо. А, нет, есть, подождите. Перед тем, как к Сардосу. Он сам бы никогда не додумался. Я теперь даже не знаю, кому верить. Эй, ты! Плохой бизнес. Тоже мне большой. Так. Где ты это услышал? Он стоил 100 раз побить. Ну-ка, вот сюда-ка. Эй! Эй, мало за... Блин, я думал поболее на тебя. Так, ну давайте посмотрим сейчас вот на этой ферме, если могут быть пришлые. Толпа целая, вон он. Ищущий. На. Опа. Шпага бандита. Так. Ну-ка, расскажите ко мне. Эй! Есть что-нибудь? Я занята. Так. Бронка. Ага, вот они стоят. Да. Значит, в доме кто-то есть. Эй, ты! Что не... Ты должен помочь мне. Я знаю, что вы... Эти люди говорят, что, пожалуйста, помоги.
Да я понял уже, я за этим сюда и шел вообще-то. Так, сохраняем, и сейчас нам надо будет отстрел вести. Так, я его не вижу даже. Так. Мы до тебя доберемся. Пока нормально. Так. Ладно. Тут у него, кстати, не помню, у него, по-моему, еще секретная комната была. Так. Так, стрелы мы окупили. Вот, беда со стрелами. Сколько у нас стрел? 2500, там арбалетов много. Все. Твой, да ты отлично. Иди. Давайте телепортируемся к Сардосу. Что он хотел мне сказать? Контрол лорду. Давайте. Так. Ищущих нет, это уже хорошо. Пойдем. Он ждет меня, этот старпер. Господи, когда меня будут обучать уже магиям всяким. Так, минутку. Наконец-то. Я много дней пытался вызвать тебя сюда. Маги воды нашли портал, ведущий в неисследованную часть острова. Как интересно. Как только ты узнаешь что-нибудь, где-то там может быть спрятан артефакт Белиара. Так, насчет этой неизвестной части. Так, что ты можешь сказать об этой каменной табличке? Что ты можешь сказать об этой камне? Сначала я подозревал, что это маги... Я не смог полностью, если хочешь... Так, ну понятно. Я вернулся из долины рудников. Давно пора. Ты был прав. Там все кишит. Орки осаждают замок Адра. Осталось недолго, прежде чем они нападут на Харини. Так. А что здесь произошло? Произошло здесь. Лестер сказал, что ты хотел видеть меня как можно быстрее. Враг узнал, кем ты являешься на самом деле. Он распознал эту угрозу. Это заставило его выйти из тени и решиться на открытую атаку. Игра в прятки окончена. Вчера еще никто не знал, какова будет атака. Меня атаковали маги. У врага много обличий. Ищи. Они заняли позиции в стратегических местах. Держись от них подальше. Они сильны. Да. Я наконец да. Я получил письмо от Гаронда. Этого должно быть достаточно. И каков будет наш... Иди и отнеси лорду Хагену письмо от Гаронда. И добейся от него, чтобы он позволил тебе взять глаз Иноса. А вот самое прикольное. В монастырь. И поговори с Иракаром. Он должен дать тебе глаз. Сейчас нет ничего более. Иди, пока еще не слишком поздно. Меня не интересует. Так. Что даже боги не знают. Блин, может какая часть...
Прошла, меня магии никто не учит. Лестер, ты что спишь? Просыпайся. Давай. Ты эти головные боли. Я думаю. Ладно. Кстати, я Беляру, когда помолился, мне дали 500 золотых. 10 жизней я дал пунктов. Вроде немного, но Беляру молиться за 500 золотых. Это, конечно, когда денег нет. Это, кстати, кому денег надо. Ну, другой может что-то другое даст. Статуя каждый раз по-новому дает. Он минус, допустим, по-новому дает каждый раз. Ладно, пойдем смотреть, что у нас здесь. Хрень какая-то. Честно скажу, хрень. Так. Ну-ка, давай-ка мы поменяем. Так, у меня где? Лечимся. И лечимся. Стоять. Ты как появился-то здесь? Нет. Я на так не согласен. Блин. Я так не согласен. Да. Все, что найдешь. Да. Меняем оружие. Так, двуручное, двуручное. Вот это одноручное будет у меня. Все, и естественно я из лука его захреначу. На. Я так понимаю, мне по сюжету надо, чтобы меня так захреначило. А вот он, а я его не видел. И какое тут ключевое место нашел? Что встал здесь? Смотрит куда-то отрешенно вдаль. А то сходи помолись Инесу, туда сходи, здесь. Там, сям, брям. Начинается. Так. Кто у нас здесь? Бандиты не поселились новые? Нет, ничего нету. Ну ладно. Раз нет бандитов. Опа. Я думаю, зря я согласился. Тут по-любому это убийцы были. Я так думаю. И чтобы туда вступить, надо было не соглашаться на эти 100 золотых. А если бы не было, так он бы нахер послал. А я не сохраненный был далеко. Так, ну здесь нету ищущих. Так, кошелек. Ничего, просто иди, если ты увидишь. Люди в черных рясах. Да, они были здесь несколько дней. Как будто мои. Вы грязные наемники, думаете только. Что у тебя? Всему виной это самодельное пойло, что вина в суще. Я ничего не помню. Я знаю только. И из-за этого ты так шумишь? Тебе легко говорить. А. Смотри, проваливай. Посох. Вот где посох-то может оказаться? Так. Кошелек. А теперь спрашиваю. Как твоя?
Это все не вон. Неожиданно появились эти парни в черных ряс. Все пошло наперекосяк. Ты говорил с людьми в ч... Конечно. Я думаю, они кого-то ищут. Почему ты ничего не сделаешь с этими людьми в чёрт? Я бы очень хотел. Но я видел, как они за... Не хочется, что... Так, понятно. Где-то тут должен быть он. Ну, перед городом-то он точно должен быть. Вот он. А вон второй, ни хрена у вас тут. Где-то инкубатор открылся, что ли? По выращиванию ищущих. Третьего нету? Или предполагала, что я тут бежать должен? Так. Заходим наверх. Вино. И где у нас? Вино. Так, украсть. А как у тебя? Эти ублюдки в черных рясах повсюду. А как? Эти уб... Ладно. Ничего не произошло. Только вот кто тут что сделал, кто куда украл. Надо порасспросить. Тварью меньше. Так, давай коснусь, все возьму. Эй! Так. Я был в твоей... Так значит, она... Да. Я... Ты нашел его? Если ты имеешь в виду Миш... Ну ты, хитрый рис. А что еще тебе могло бы понадобиться? Он у тебя с собой? Конечно. Конечно. Отлично. Давай мне по рукам. Ты настоящий друг. А почему? Я и не думал, что в Харинесе руда стоит. За такой жалкий кусочек руды в колонии, а в портовом городе тебе без лишних сомнений... Так, ну теперь к главному. Ты что-то ищешь? А что, так заметно? Как удобно. У меня тоже. Так значит, ты принадлежишь... Да. Я рад. Значит, ты уже нашел орнамент? Я знаю место, где он... Этот каменный круг похож на то. Теперь нам надо просто найти миг. Я пробовал. Ужасно. Значит, фермеры Лабарта бы... Они сказали, что один из них уже крутился здесь. Вот каменный страж появился из ниоткуда. Фермеры позвали ополченцев. Те оповестили паладинов. Я уже обыскал здесь все. Если... Теперь он у паладина. Тогда я пойду. Отлично. Сейчас я снова иду в город. Так, все, с этим у нас проблем нет. Орнамент у нас. Ой, у нас. Блин, у меня где... А где посох? Посох Малита. Ладно, посмотрим, что у нас имеется. Так, что у нас со временем? Уже к 5. Ну, сначала давайте... Хорошо, что ты здесь. Ты должен помочь мне. Что, хочешь? Что ты делаешь? Со мной следит стража. Не думаю, что мне будет легко устроить. Ну, это понятно. Что это на тебе? Я купил ее у торговца за городом. Также не стоит никому говорить. Это имеет. Я тоже так думаю. Но даже хотя я... И у меня большие планы.
Так, ну это понятно. Какие планы у тебя? Какие планы? Здесь многое переменилось с тех пор, как я покинул его. Мне как-то нужно опять встать на ноги. В чем проблема? Я должен попасть в верхний квартал. Но я не гражданин этого города. То есть ты хочешь? Чушь. У меня есть золото. Мне бы сказал, ты должен забрать мое золото там. Что мне? Я когда-нибудь спрашивал тебя, что ты мне дал? Ладно, прекрасно. Слушай внимательно. Когда барьер еще был на месте, это было довольно давно, и поэтому, когда я оттуда уходил, а сейчас, если вкратце, ты должен пойти. Ну ты а где? Ну ты меня тебя спросил, где? Ну ты мне басню рассказывал. Он узнал это не от меня. Где спрятано это? Прямо на торговой площади, над заброшенной шахтой. Оно в кожаном кошельке. Я собирался пойти и забрать его, но неожиданно около этого места появилась банда орков. Но проверь, чтобы это был тот самый кошелек, чтобы не ходить туда вхолостую. Как я опознаю его? Он полон зо... Это не удивляет. Я попыт... Так, теперь что мне надо? К Ватросу. Еще с одним существом. Но Аданас... Так, я принес еще таблички. Вот. Так. Теперь мне надо туда идти. Он почти не отдыхает. Но вместе с ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Я знал, что это будет проблемой. Правда? Как интересно. Стражники у ворот. Так может продолжаться. Я не верю, что это что-то изменит. Да, сделай это. Ничего не... Что, но... Я слышал... Я ничем не... Что здесь? Вот, но по... Если... Он сам так решил. Он слушал не тех людей. Путь добродетели труден и тернист. Я был вдали. И? Как? Шахты истощены. Этого не может быть. Что насчет на... Ах, да! Вот твое... Это плохой бизнес. И че? Пока ничья. Тоже мне больше... Никому это не интересно. А кому нужны были? Я бы этого... Снайпер-то вроде как и не завалил, хотя он должен быть где-то там. Всех обошел. Я не верю, что это что-то изменит. Эй, ты! И что еще хуже? Я знал, что это будет проблемой. Он не может угодить всем. Блин. Ты просто послушай. Ему нельзя доверять. Не нужно верить всему, что говорят. Это типично для него, правда? Понятия не имею, скажи мне. Так. С тебя тоже нечего взять. Не знаю... Кому верить? Он думает, это так просто. Он слишком много болтает. Он не заслужил этого. Так, а вот мне одежду горожанина надо или нет? Это не новость. Ну ладно. Идем сюда. Лорд Хаген, на тебе, я принес тебе новости. Я принес тебе новости от Гаронда. Наша ситуация хуже, чем я. Паладины заперты в замке Долины Рудников. Они потеряли много людей в старательских операциях. И, должен добавить, без помощи извне... Я должен найти способ спасти эту экспедицию. Мне неинтересно его благодарность. Да, мне конечно. Нужен глаз. Я держу свое... Поговори с Пирокаром. Еще одно, прежде чем ты уйдешь. Возьми эту руну в знак моей благодарности. Так, руна, мне поговорить с тобой о Беннете. Мне нужно... Но этот наемник убил... Почему ты... У нас есть свидетель. Как видишь, нет никаких сомнений. Кто этот свидетель? Корнелиус, секретарь губернатора, видел, как произошло убийство. Его описание подходит к Беннету. В этом нет никаких сомнений. Этот наемник будет... Я верю. Доказательства налицо. А что, если доказательства не верны? Выбирай слова.
Если ты не можешь представить доказательств... Так, ладно. Я ищу металл... Ты имеешь в виду вот эту вещь? Мы думали, что можешь ее забрать. Давай. Как си... Я должен найти... Мы должны... Возможно... Понятно, все, я понял с тебя уже, все. И сейчас я не знаю, к судье, что ли, идти вот. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Он думает, это так, так просто. К судье пойти, так надо одежду пойти переодеть. Я полностью с тобой согласен. Я тоже так считаю. Боже, на доспехи. Это еще не все, поверь мне. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Угу.